Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала за Францию Sid Meier's Civilization 5. Если вы смотрите этот сериал не с самого начала, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть всё-таки с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Да я просто рядом. Да чё вы? Ты чё удумал? Уж ты негодяй. Ну-ка пошёл своими этими... Не до войсками отсюда. Ну-ка вон. Скажу, пошел. Не, гусар это хрень какая-то. Конечно. Это да. А чё тут у тебя? Чё там смешного? Да как тебе тут в огонь пустился твою территорию? Задымел. Так это японец. Лодочку перейдешь? Вот у Орлеана, видишь, там... Одна. Да. Как бы вот туда, если можно. Да, хорошо. А что я тут построил? Кстати, что у нас там с торговлей? Мне, конечно, все пограбил, но... С Полинезией... Попонки я тебе не вытащу. Вот примерно точно так же, как моя напала на меня. Так и я тут вырхаюсь. Ну, ты мне все пограбил, я не знаю. Ну, это такое. Какое? Пограбить оно, конечно, хорошо. Но войну-то я поиграю. По факту. А не, явно он лучше меня воюет. Ладно, этого надо тут оставить, они его не могут захватить на воде. Я даже не знаю, пока никуда не отправляю. Ну. Уходи. Да ёб. Ну почему он раньше меня походил? Ну. Ну что это за говно? Ребята, он мне уже столицу обстреливает. Да у меня тут два конника осталось. Каких два конника? Четыре конника, два конника, шесть гусаров и две арты. Не слушайте. Вас провоцирует. Так, арта, ну-ка назад. Ну что за... Куда лезешь? Нет, что ты? Как бы у меня тоже вон стольный парень.
Макош пойдет быстрее. Да. В этом самый сок. Я думаю, скорее всего, знаете, как будет? Он мою захватит, я его. Самый лучший этот результат для всех остальных участников. Походу, кто-то там разозлился. Стопроцентно могу сказать, потому что я проиграю этого иного. То есть вы сами думаете, что делать будете. Я не намекаю, что мне помогать, не помогать. То есть что я вам по факту говорю. По факту я тоже? На меня обозлились тут, походу, немного. Так кто? Самую малость. Америкос или... Полинез, конечно. А кто на тебя обозлился? Так Полинез. Японец, ты ведешь эту лодочку? Да, только тут с ГГ. Да зачем ты ему ведешь эту лодку? Почему бы и нет, собственно? Никак не помогал. Ведь... Я японцу помогал как раз. На сиденье волка. Как раз таки помощь была. Когда мне еще лодка будто в войне. Да забудь это, он для себя помогал. Он в первую очередь тебе помогал, а не тебе. Блин, вот это то, что гусары отбрасывают юниты, это просто такой этот... Если говорить простым языком, он еще на меня не напал, когда мог. Так я на тебя тоже не нападал, когда мог, подожди. Я мог не пойти этого полинеза, а тебя наказать. Блин, да, вот меня то за что наказывать? Сам вот провоцировал. По фанчику. Но я ж не сделал. Я ж решил вам помочь. А вот теперь дуюсь за это. Мог бы и Лёху просто смести. Правда, вы потом бы орали, что я на полинеза не пошел. Правда, наверное, слил бы или американцу, либо полинезу. Помни тут спасать. Вот. И так не выигрываю. Бабах. Маловато. Ой, а куда генерал делся? Ой. Ах ты негодяй! Ты заплатишь за это. Я раздушу их. Раздушу? Раздушу, порву! Сначала задушишь, потом раздушишь, да, вот это. Пофиг на свою стольню, всё на него накидаю, пацаны. Всем на 5 похуй. Всем на 5 похуй или что ты хотел сказать? Нет, всем на 6 похуй. 42. Да. 45 нефти у меня. Нифига себе. Мне весело тебе там. Ну? Это камбэк? А, это я уже забрал. У меня 6 источников по 7 нефти, 1-3. Ну и правда морскую одну не смогу обработать. Блин, да почему? Тут дорога что ли разграблена? Ой, Полинез, как ты обозлился, то что на меня ртой идешь. Ну а почему бы Полинезу не обозлиться, когда вы так его пилили? Что? Если хотел вот это все съел, у меня там территории нет, я даже ходить не могу. Полинез, ломай их, не слушай, ломай! Кого их, он меня ломит. Говорит, поляк, как ты сказал? Ну, поляк тот главный провокатор. Что, нельзя, что ли, сказать доброе слово человеку? 720, нет, столько мне вряд ли кто. Да, где-то дорог еще построил. Откуда у меня, кстати, нефть? Он как могу опускаю этого. Да, это да. Я просто весь Париж в огне. Париж в огне. Все для вас, пацаны. Японец, где лодочка? Плывет на следующем ходу. Очень нужна лодочка. На следующем ходу будет, то есть. То есть твой караван, по идее, должен сдохнуть, если он идет в Париж.
Да, он идет в Париж. Ну, в смысле, к сожалению. Не из Парижа сейчас уходит, а в Париже сидит. Да, да, сдохнет, сдохнет. Да. Бабосики прилетят, может, что куплю. Ну хре там, хре, не труби стольню. Как и прочь. Я сейчас твою уничтожу. Ну что сделать? Лёша, за что? Что случилось? Ты мне шпионал убил. Ну не знаю. Фу, так. Хорошо. Теперь главное свою стольню не потерять. Блять, не успел это... А, извиняюсь за мат, не успел это Артур увести к его на стольне. Ну хре! Прекращай! Пошел отсюда, котовасик. Кого там убили? А, здесь. Оп, дорогу ему сюда. Бля, у меня же пирамида улетела. Блин, почему я не строю здесь? И тут дорогу ему. Чтобы знал. Оп, и тут. О, все, пацан, ты попал. Чего? Это жестко будет. Полинезиец предложение. Не смотри, бомби его, бомби, братан. Я думаю, полинезиец. Он сам на тебя нападет. Не любит. Поляка, потому что, собственно, его брали за. Вот так из-за того, что. Ничего себе ты сделал. Душа, душа. Так, а американец... Что он там намудрил? Ух ты. Подождите, а почему я что, мрамором с кем-то торгую? Ах, спасите, помогите, бедного японца избивать. Ну, Леша, у меня один. Ну, ты посмотри, может, тебе надо что-то. Да не давайте, Лёшке, ничего. Есть. Мне нужно стольню взять. Вот у меня пара войск осталось, нужно стольню захватить. Пара войск. Пара войск. Ну, всем бы такое надо. Пара войск. Ну, считаем. Три арты. Раз, два. 3-4 гусара и топ опознанных, и один кавалерист, все. Вы понимаете, пацаны? Пиля тварша. Я все уже отлетел, я вам как я говорил. Я тоже отлетаю. К очередняра отлетел. Так встань в этих в затычках, как ты стоял, чтобы закрыть ему проход. У тебя же там затычки такие. Такие. Офигительные. Кто это? Киот отлетает? Блин, это... Ну... У меня арта под Осакой стоит. Ну, проблемка в том, что у него арта, а у меня нет. Так, короче, это... Подари лучше арту Осаке, чтобы он отбивался от полинезийца. Да, это арту не отобьется. Ну, так и подари все равно. Пена, походу, уже все равно не нужна будет. Ну, у меня еще один здесь генерал. Я не успею, наверное, довести. Блин, я и раньше заметил... Я раньше привел бы к Парижу. Там, может быть, что-нибудь намутили. Делегатов не успеваю направить. Кого не успеваешь? Фрегаты? Делегатов отправить. Ну, это на конгрессе. Ну да. Голосовал. Никто не расстроился, надеюсь. Да ты пошел отсюда, негодяй! На, на! Че, пацаны, я отъехал. Ну, прощай. Да, все, последние ошметки моих войск. Умирает.
Но я ему тут дороги закончил. Еще две дороги надо построить. Ты дороги и еще, блин, ты мне. Ты вообще, у меня хоть одна клетка около Парижа не разграбленная есть. Ну... Есть, вон там около воды на реке. Ферма одна. Я прямо скажу, конечно, гусары это. Крутые юниты. А ниндзя еще, похоже, умеет ими воевать. Не раз пацанов крушил. Да, лучше подари свою арту, которую у меня возле Асаки. На, держи. Помни. Целая арта. Я буду ее беречь. Наверное. Да. Вот эта битва была, конечно. Правда, еще не закончена, но я думаю, что Париж уже не падет все-таки. Фух. Ну, надо высаживаться, чинить. А, ну да. Блин. Японец, спасибо. Должен тебе за лодочку. Давай, что не жалко. Посмотри, если что-то есть. Я к тому, что когда у меня будут деньги, я могу отдать. А, минус 81 золото заход. Да, весело. Да, да. Это как так ты умудрился такое-то сделать? Ну как, он мне все клетки разграбил, ты понимаешь? Все ну, разграбленные клетки. Разграбленные клетки, убиты все... Все караваны убиты, и эти, ну, не соединены города со столицей. То есть я не получаю вообще никаких бабок, вообще ничего. Я тут, наверное, только один город или два не спрашиваю. Блин, извините, Америка все видит. Помни это. Это... Это, ну ты когда генерал тратил, вот это, для чего ты делаешь? Ну, чтобы твой самого уничтожить, конечно же. Кстати, если бы этому епошке не отдал бы генерала, я бы, наверное, до самой столи... Не, я бы, конечно, его и в начале игры попробовал захватить, но у меня банальное производство не было. Подожди, он так стоит? Это ты мне ниндзя говорил, да? Да. Не знаю. Я ж получается... Не, ну, я бы его, конечно, бы уничтожил и поставил бы свой корм. Уже на земле. Куда ты поставил? Куда? Ну, я бы поставил его на... Левее клетку от Килиманджаро. Левее? На открытую местность? С колясками, которые берется? Ну, знаешь, уж лучше бы так, это чем... Мы в лодь на всякий случай отправ... Ой, не-не-не-не-не. А, нет, тут ой, уже отправил. Ну, банально производства не было. Пришлось все в еду тратить. А там уже и захватить было тяжело. Нет, только не рассинхрон опять. Только не рассинхрон. Кажется, твоя ошибка, ниндзя, что ты зачем-то пошел помогать полинезийца брать. Я ж объяснял, я ж говорю, что я думал, что полинезий захватит этого америкоса. Потом я один хер отличу от кого-то. А полинезийц вообще с америкосом не воевал, он чисто с Японией. Там американец почему-то очень странно не, действовал. Не, мы воевали, я о том же там же были брать. Крики, что арта типа полетела. Да, он типа полинезий. Не воевал полинезий, ну, со мной если... полинезия не воевала как таковая. Если бы полинезия в арту не вышла, я бы еще, может, даже, ну, как это... Блин, ниндзя, ну, оставь хоть одну клетку неразграбленную, нафига тебе? Ты должен страдать, ты... Так я и так страдаю. Я и плачу даже, я бы сказал. Ну я понял, что мне арта обратно отъехала. На, собака! Это мои войска. Моя земля. Ай, блин, как мне этот город-то увидеть? А у тебя Париж там немножко хотя бы дох для меня? Нет, ну, кстати, следующим ходом, наверное, сдохнет. А, нет, еще не сдохнет следующим ходом. А
Париж живой. Париж живи. Так не понял, а мрамор счастья разграбил, почему он там установлен? Магия. Магия, да. Что ты что там рабочих насовал? Что мы их тут покрушим? Да ладно, не видит губ. Да ё-моё. При свете дня, во тьме ночной. Или как это там было? Скинка защитит меня. Жалко, она уже не работает. Городом обстрелял. Американец, это, конечно, отомсти за меня. Американец, отомсти за нас обоих. Японец, затычку засовывай. Ну, вон тут и по воде пойдет уже. Давай, полинез, души их. В смысле, полинез, души? Ну, все я с собой. Ты ж сам помогал полинеза душить. А я хочу, чтобы Шансон душил. Он всех помогал душить. Походу, со всеми повоевал. Да, ниндзя, да. В этой... Не, ну с американцем... А, и с американцем воевал, точно. С американцем воевал. Ниндзя просто со всеми воевал. Вот я сожгу. Ну да, ниндзя со всеми воевал. А не, с японцем не воевал. А не, с японцем нет, воевал. Да, с японцем. Он только с ГГшками не воевал. Давайте исправим ситуацию. Давайте разойдемся на мирные ноги, пацаны. В смысле, типа, ничья? Победил на дружбу. Меня так не устраивает. Я знак доброй воли посылаю своего единственного разведчика в Самоа на жертвоприношение. Тебе этого хватит? Полинез. Походу еще раз будет рассинхрон. Ну, ладно. Че это так? Я археолог заездил. Ой, все. Мне нужна моя территория. Я возьму, посмотрю, если он да. Берет ее. Меня прогрузили. А, ну, нормально. Живем. Опа, рабочего. Не сопротивляйся, чем дольше сопротивляйся, тем хуже. Да, конечно. Ну так я же говорю, в знак доброй воли я тебе посылаю разведчиков в столицу тоже. Дорогу успею. Ты его не трогай, я приму это как добрую волю. Осталось... Ой, моя разведчик. Нет. Я тебя понял. Отстреливаться из последних сил. Не, ну сопротивляться-то я все равно. Да, была, конечно, вообще война такая. Я до последнего буду. Суровая. Последний, я тебе говорю, если не буду его скуда. Так. А зачем мне уже? Возвращаемся на мирные рельсы. Кошка, пущупки. Так, и выигрываем. Оставляйте их никаких. Стоп, эксченж давайте. Ты кому, японцы, что ли? Да. Так, японцы тут это, я бы сказал, мало что светит. Ну, ты ему захвати там города, типа, хотя бы немножко пожги его. Ну, я не думаю, что японцы. Хотя, там, под горами, но у него маленькие города. Вот так, через традицию. Слушайте, а как-то выбрать можно, чтобы... Рабочий не улучшение ремонтировал, а дорогу? Или он будет сначала улучшение ремонтировать, а потом дорогу? Походу нет. Жизнь больно. Без понятия. Единственное, что в настройках есть, что можно назначить, чтобы рабочие не трогали природу и не заменяли улучшения. Ниндзя мне тут дорог настроил, действительно. Мне то же самое. Блин, у меня минус 13 счастья. Это... Сейчас должны эти партизаны начать появляться, да?
Минус 15. Хорошо. Насколько я помню, минус 15. Должно быть. Минус 15? Ну, сейчас ему вон это, мрамор за грабли будем. А, или минус 12. Давайте, варвары. По-моему, меньше минус 10 когда. Жители Парижа, восстаньте! Против деспота, тирана. Ревзи, дайте счастье кто-нибудь. Да вы и посмотрите, он по науке рвет. Да. Да я сейчас все, как я буду рвать по науке с таким несчастьем и вообще. Да что тут восстановить? У тебя пирамидки, ты бам-бам-бам. А, пирамидки, точно. Но правда у тебя нету с волей еще институтика, поэтому не будет за один ход. Так что будет за два, за дней. Чего нет? Ну да, еще одного нету института. Хотя может ремонтировать за один. Ремонтировать за один? Нет, ремонтировать за один. За один? Да. Ну вот я только что ремонтировал. Ну смотри, дорогу два хода строит, но у меня вот чисто только институт, то у меня все равно два хода бахается. А там же вроде бы и пирамидки 25, и это 25. Ну то есть 25 это не есть один ход. Полинай, сможешь не атаковать, пожалуйста, и сейчас посмотрю в целую перью кое-что. Посмотри, посмотри. Прям тебе тут дорогу на мраморе забахаем. Не знаю, в целую перью не написано, при скольких недовольствах начинается бунт. При минус 10. Ниже 10 и выше уже начинаются бунты. Че, устроим? Ну все, погнали, Полинес. А, у меня такое недовольство, потому что я лодь сжигаю. Попал, братан. Вот ты попал. Ну ты попал. Я попал. Пожалел эту змею. Не напал. Решил американцев. Слушай, тебе бы никто не дал на меня напасть. Ты бы напал на меня, на тебя бы японец тогда и американец. Никто бы на меня не напал бы. Они бы сидели бы и дрожали бы от полинеза. Знаешь, когда ты на мою напал, то что я пришел. А, знаешь, ты имеешь в виду тогда, когда ты пушки свои вел? Я же тебе говорю, что я тогда же точно так же был в пушках. Причем тут пушки? Я ж вот когда пушки вел, у меня уже арта была. Ну а у меня арта осталась один ход, и я ее отложил. Я ее не открывал, чтобы больше пушек построить. Да все равно я бы тебя гусарю не запушил точно так же. Да ладно, американец, у меня будешь Варшаву забирать? Ух ты. Давай, души его! Вот это поворот. Интересная катка какая-то получилась. Да. Ну, американцы. Да. Блин, я рассчитал, в один ход не добегает, да что за фигня? Американцы на самом деле только так и делают сейчас, типа. Ну да. То ли первый, то ли второй лидер. Поэтому. Но они с Лёхой тут. Хотя, возможно, там не Полинес. Я не знаю, Линус. Да не, сейчас Полинес забирает японца, и Полинес лидер тут. Да. Ну, хз, на самом деле. Блин, я что-то со своей землей сделал, все в огне. Так что, может, лодь тогда не сжигать? А, у тебя вино разграблено, блин, а нафиг я туда сюда бежу, бегу. Почему не предупредил меня? Подаем ему все здания. Американец, для брата, любое. Может, хоть да. Не знаю, там топчи все. Да, плантации, блин, все, но проходи. Да, души этого. Наполеона. Американец, ты же понимаешь, что на тебя сзади пойдет полинес, и тебе уже никто не поможет. Я тебе не буду помогать. Американец, не слушай, у него армии нет, у него счастья нет. Ты можешь даже какими-нибудь дуболомами его колотить. Войска не хотят нету. Воевать. У него минус 40 мощность, алло. Я третий по армии. Минус 40. Нет, причем тут эта катка обречена только на войну.
Минус 40. Я поэтому сразу автократию взял. Я понял, что тут бесполезно улетать. Потому что ты сейчас захватишь столицу, ну, Варшаву, на тебя пойдет полинез. В итоге будет ой как весело. Да, да, у полинеза нет даже этой самой идеологии, угля нет. Я еще даже не вышел. А, вышел, угля нет. Погоди, а почему мне не дают? А стольник полинеза забрали или нет? Чё-то. Нет. А она вообще тут на конце мапы. Мы ж только один город взяли, и то он его отбил. А не, ну американец не правильно совершенно сделал, конечно. Ё-моё. С другой стороны, если он не успеет меня быстро забрать, то ему там полинезиец придёт. Американец что-то намутил. Я только один юнит вышел. Ну, у меня, слава богу, я вот не понял, как у меня Варшава потеряла ХП, хотя я не вижу американских войск. Ну самолеты они как? На границе Варшавы. Самолеты. Я в самолет. Волкек. Так слышь, американец, ты раздушишь этого парижанина вообще на изи. Ну, да, поляк, а ты не обратил внимания, что у тебя юниты тоже от самолетов умирают? А у тебя тоже самолеты? Да. Не, я честно не обратил. Даже не вижу, где они. Алло. Не верит, ни одного самолета не сидит. Да, я ну... все города вижу. Леон, ты не видишь? А, стоп, почему я даже у американца не вижу? Леон, вижу, там нету самолетов. Я ну, кстати, я и американцев не вижу самолетов тоже. Чё за фигня? У меня в Бостоне. Не надо благовучить, бля! Да, я тоже не вижу самолетов. А что говорит, тут понятно, где у него могут быть самолеты, только в одном месте. А, ну, только да, я не только достану. Так а почему мы не видим? Может, настройка какая-то, бля? Ну все, пацаны. Мои войска отъехали. Наконец-то. Ну. Спасибо за игру. Да какое спасибо? Сейчас я вас раздушу тут еще. Еще пару ходов посопротивляюсь. У меня вон два города. Блин, я вот не знаю, оставляет его. Я, конечно, не понял, вроде ход откатился, вроде нет. Что за мой? Не откатился, все правильно. Что-то не помню, чтобы делегатов направляли. Памятный мир. Да, ну да. Американец, знаете, я за отмену проголосовал. Спали Вроцлав, пожалуйста. Хотя бы. Да не слушай ты его, он боится нас, боится, дрожит он. Да раздушить его, минус 40 мощи, ты понимаешь, это чисто подходишь арбалетчикам или лучникам обычно. К чему? К войне, дальше. К войне, экшен, да готов. В смысле готов к войне, не понял. Ну он не готов, но он готов. Не, прогрузился, все, мне можно обстреливать. Так ты же давно уже Варшаву обстреливаешь, что ты? Ну это одним обстрелял я. Да у меня нету там войск, господи, не знаю. Можешь не спрашивать. Я тебе скажу, если надо будет смотреть, прогрузились, не прогрузились. Давай, Америкос, задушим его! Нельзя, давай и нет. Не сила, американец! Так, ну тут на самом деле такая ситуация. Баллистику открыть сначала. Блин. Ну, если режим все равно надо. Так, проголосуйте там, пожалуйста, а то не... Я закинул. Ох. Вот он сжигает, тут негодяй.
Ну, просто отсюда-то уже будет проще нападать на меня. Нету ни смысла эту лодь оставлять. Американец подгадил, конечно. Блин, мне надо сейчас заняться восстановлением всего у себя. Как далеко мне самолеты летят? Может, перебросить в лодь пока? Я не знаю, куда он будет атаковать дальше. А вот все вижу я, кстати, двухмоторный бомбардировщик. А американца до сих пор не вижу. Баг какой-то. Да. Ну вообще-то наоборот, баг, когда показывали самолет, мне кажется, это как раз багом было, нет? А. Американец, может, мы договоримся, что Варшава тебе останется, а Краков я уже себе заберу, как-то так? Или ты хочешь все забрать? Не, Краков мне не нужен. Ну, то есть мы можем помириться сейчас? Американец, не глупи. Город до минус 100. Если ты хочешь войну и побеждать, то у тебя вот сейчас единственный шанс. Американец, ты что-нибудь ответишь, нет? Не единственный, но самый большой. Потому что потом ты его уже задушить не сможешь. У него подожди, сейчас минус по счастью. Я подумаю, что мне тут делать, я даже не знаю. Тебе войну сейчас побеждать надо. Уже думать нечего. Инзи, ну что ты встревиваешь? Они же между собой тут. Мы с ним между собой, а я тут что, боком припеком? Я вот как раз таки между ними. Видишь, Краков где стоит? Они ведут переговоры, а ты им просто на уши. Кряков. Я подталкиваю к решению. И так все игры. Ну так, как могу. Ну блин, Леха, ну пощади Краков. Пощади его. Не тебе ничего не сделал. Не строй дороги. Да все не буду. Отменяй, Леха, отменяй. Вот, все отменил. Отменять что? Дорогу строение. Врешь? Алексей, вы мне не доверяете? Ну, меньше, чем пошел твоим глазам. Пошел вон отсюда. Негодяй. Моего Кракова. Души его, американец, души. Я вообще без понятия, куда тут идти, или Лёша тут идет главный, или... Понимаешь, ты сейчас в решаешь... В каком месте я шел главным? Когда это такое было? Вот ты понимаешь, науке. Ты меня сейчас на 5% по науке призываешь, вот я об этом... Так потому что ты пошел воевать с полинезом, а я вышел в науку, и на самом деле, если бы ниндзя чуть поспешил, он мог бы меня артой забрать тогда, когда я шел... в школы. Поэтому я опережаю на 5%. Это на минуточку. У него подгорали, поэтому он по науке опережает. И это будет наращиваться. А что, американец не подгорает? Американец тоже? Мы с ним настольными подгораем. Только один город подгорает. Так, давайте караваны восстанавливать. Зачем ты его убил? Ты ничего плохого не сделал. Так, тут дорога до сих пор не установлена, блин.
Это зря. Сюда дороги нету? А, нет. У меня караваны бегают. Непоняка. Давай кого-нибудь раздушим с тобой. Да меня сейчас задушат. Кого тут тушить? Давай вон Софию. Чтоб ни тебе, ни мне. Будем слабо лежать. Надо тушить, не мне. А зачем мне ее душить? А так по фанчику. Хоть гешку отпёхаю. Жестко. Так, куда они бегают вообще? Пока три в Париж. Из Лиона, Тура. Лион, Тур, Труа. Надо из Орлеана еще. Да, нельзя, конечно, мне тут сурово все изговнял. Ну что ты будешь делать? Ну? Блин, а как это перехват? Ага, получил. А, давай, Вашингтон. Блин, американец, ты еще и поставил на перехваты там какие-то эти истребители над Краковом? Конечно, защищает, братишка. А у меня в Бостоне один этот триплан. Кек. Красава, братан. А что ты не сказал? Я бы снял его. Откуда я знал, что я вообще его поставил на перехват? Смысл? Вот тебе смысл ставить перехват какой-то сейчас? Я даже не думал, что ты будешь это делать. Да я вообще не думаю, я его, наверное, как сразу купил, так и сразу на перехват поставил. Вообще не думаю, играю не думаю. Зачем? Я играю для расслабления. Ну и выиграть пытаюсь, конечно, но... Может, из-за этого в топе? Наверное. Блин, можно я расслаблюсь и типа... Так что, ты убрал перехват сейчас? Нет. Американец. Да раздуши ты этого! Убрал. Там один раз только прихватит, у меня только на один. Раздуши, ну пожалуйста, ну раздуши его. Американец. Вот это да, баг. Почему я не вижу, сколько самолетов у кого? У меня еще баг. Я вижу, что у Трура происходит на овцах, коровах, там, где рабочие дорогу копают, еще одна клетка этой, там джунгли эти. Хотя у меня ни шпиона, ничего там не сидит. О боже ты мой. Блин, так может мне лоть все-таки не удалять тогда? А что здесь? Что ты либо Варшава, ну... Всего. Прекращу. Ой, уже 5 утра, но надо же. Ты откуда вот там? Я с России, мне тут весело. Классно вам. Чувствую, через
два хода сделаю, как в этом фильме этот безумный Макс. Типа молочком по губам и Вальхала. What a lovely day, да? Хотя в Бостоне еще американские самолеты остались. Ты бы изи раскрушить этого. Он Вашингтон кидай самолет. И... А, Вашингтон, ты мне какое-то предложение кидал? Я не видел. Ну, мир предлагал. Потому что я не знаю, против тебя летели, против полинезийцев. А на два фронта я не смогу. Автократия, тебя в любом случае лететь надо. Да, опять американцы это самое. Тебе надо Б-52 ждать. Так я вот и думаю, надо мне до Б-52 терпеть, а потом уже пытаться что-то с вами делать. Ты а можешь... что, Б-52 настолько имбовое? Плохо сейчас, да. Ослаблен. Ты можешь его задушить прямо сейчас. Блин, опять про это задушить, задушить? Ну, надоем, серьезно. Ну окей, все. Последний раз. Как-то мне кажется, все же на полинезийца надо атаковать тебе потом, потому что он сейчас меня захватит. И типа, чуть ли не улетать будет. Я строю три плана, хотя они против Б-52 не помогут. Американец, предложение. Ты только Вроцлав, может, забери хотя бы, а? Чтобы не было уже поляка тут. Че это вы помирились-то? Ах вы негодяи. Да я не достану ни с какого. Ах ты, американец, предатель. Ах. Ай, больно. Ах ты, предатель. Ах ты, американский. Слушай, японец, может мне тогда Осаку забрать? Раз уж такое дело. Ну, испытаю, дальше попробую. Или. Вот. Или ты против? Нет, не против. Полинезиец, а ты? Ну. Наверное, против. Пускай оно останется нейтральным. Что останется? Нейтрально, но это такое себе, если честно. Если долбить то до конца. Я считаю, конечно же. Ой, американец, не ожидал я от тебя такого удара в спину. Просто не ожидал. Чё, пацаны, у вас 30 минут вынести меня. Почему 30? Я в покупку пойду потом. Договорился. Куда пойдешь? УКГ. Пабг. А, пабг. Там пойду. Так у тебя ж уже нету столицы, ты можешь идти. Ну, так 30 минут пождать. Так, тут... Делать-то ему нечего, тот хоть... Побазарит еще. По душу у вас. Ну, в смысле, ну вы поняли. Да мне тут, наверное, хода два. Стало жить. Блин, мне нужен какой-то юнит для захвата. Ну, есть кавалерия. Да, не устояла Польская империя под гнетом. Эти лансера. Три хода. Вражески настроенных держав. Ну, не, в центре, это, конечно же. Может, я вначале надо было всех долубить?
куда? Так вы же вначале на меня все. Все вначале на него и напали, ну. Если бы вы по одному, то вот тут да, я бы там сначала по. Не, ну кажется, равно тебе надо было. Потом в Варшавку напал. А так вы все полезли, собаки. Сутулые. Да. Скорее даже не в Варшавку, а на Леху пошел бы. Хотя тут, наверное, 50 на 50 бы пошел. Тут и Варшава тоже равнина. Ну вообще бы на Америку я пошел тогда. Ну, если бы за тебя играл. Те, видишь, все. Майя все карты спутал. На самом деле я на Майя хотел напасть, но я не хотел так рано с ним. Ну, понятно, что не так рано. На арбалетах каких-нибудь можно. Да нет, там арбалетов бы напал. Я же через волю пошел. Просто армия особо в этот момент не строилась. Я должен был везде эти, как его, арены построить, а потом войска во всех городах тупо нон-стопом фигачить. Майя немножко мне поднасрал развитие. Какие арены построить, подожди? А, в смысле, ну, счастье. Счастье. Угу. Да. Я ставлю максимально помогу городов. Да, опять рассинхрон. Количество городов. Типа, еще я собирался вот там, где ты не труп поставил, я хотел еще на винишко бахнуть себе город. Ты. Справа, которая у реки Вино, вот туда хотел махнуть город. Там бы, наверное, захватывал бы Майя. Ну, с демографией. Ну, американцы красиво, конечно. Но я третий, то есть полинезиец второй. Я думаю, что мы вполне вдвоем с полинезийцем остановить. О, я думаю, деньги мне игровые. Смотрите, соединил. Со столицей и деньги вернулись. Вот Леон надо соединить вообще-то. Дорога разграбленная. Полинезиец, предложение. Че, пацаны, вы меня отпустите, а там уже. Да, иди. Иди. Все, спасибо за игру. Спасибо за игру. Все, давайте, удачки. И победить сильнейший. Что-то полчаса до него быстро прошли. Да ладно. Да. Тут ж, типа примерно как было. Примерно минут пять. Да я ж не знаю, что типа раньше приползли. Все, короче, пацаны. Пока. Халецкий, насколько я понимаю, тебе Осаку не сейчас захватывать, да? Ну, я Краков захвачу и тогда Осака. Ну, хорошо. Жалко, конечно, места для четвертого города не было у меня. Не было, вон Веллингтон с углем прям. Да, Веллингтон можно было захватить. Можно было, но я думал насчет Софии. Наконец пойти надо было тебе на Орлеан, если хотел бы ты идти куда-то.
Зря, конечно, я в лоди. Ну, я не ожидал, что американец на Варшаву нападет. Поэтому и так делал. Пишет. А кто где-то караванчик у него бегал? Да, арту долго подводить. Блин, сейчас этот гатлинг убьют. А не хотелось бы. Так, баллистика. Давайте после баллистики в пластик. То есть это мне достаточно будет анти-эркрафт ганов. Чтобы от самолетов отбиваться. Забыл про лодку вообще. Так, ну тут вроде все сделано. Как он меня тут все пограбил, конечно. Так, Краков следующим ходом падает. Просто нужна ли мне Осака, кстати? Ну тут храм Артемиды, между прочим. А, нет, это статуя Зевса.
Да, конечно, тут вообще дорогу. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!